Привет! Это канал I Like Pet, и в этом ролике мы подробно расскажем вам о содержании меконгского бобтейла. Меконгские бобтейлы – кошки с необычной внешностью, невероятно ласковым характером. Как и любому домашнему питомцу, представителям породы для раскрытия лучших своих качеств нужен правильный уход. Содержание меконгских бобтейлов нельзя назвать сложным, однако оно имеет свои особенности, которые необходимо учитывать. Давайте рассмотрим их подробнее. Первая особенность ухода за меконгским бобтейлом связана с когтями животного. Важно, чтобы у представителя породы всегда был доступ к когтеточке. Эти кошки любят регулярно точить когти. Меконгские бобтейлы имеют неубирающиеся когти на задних лапах, поэтому хозяину необходимо регулярно их подрезать. Легкая в уходе шерсть – вторая особенность содержания меконгских бобтейлов. У представителей породы нет подшерстка, поэтому вычесывать их очень легко. Раз в неделю рекомендуется ухаживать за шерстью питомца с помощью специального гребня, либо собирая полинявшие волоски мокрой перчаткой. Третья особенность связана с ранним созреванием меконгских бобтейлов. Течка у самок этой породы появляется, когда им исполняется 4 месяца. Однако вязать в таком юном возрасте кошку специалисты не рекомендуют. Это можно делать с третьей течки, которая происходит, когда кошка достигает 10-месячного возраста. Питание меконгского бобтейла также имеет свои нюансы. Представители породы непривередливы, однако из их рациона стоит исключить свинину и печень. Эти продукты вызывают у меконгских бобтейлов расстройство кишечника и изменение цвета шерсти. Воду эти кошки любят пить из глубоких чашек. Специалисты рекомендуют кормить взрослых представителей породы 2 раза в день. Пятая особенность содержания меконгских бобтейлов – принятый среди представителей породы матриархат. Приобретая 2 котят разного пола, будьте готовы к тому, что кошка в этой паре займет доминирующее положение. Если ей не понравится поведение кота, она может обижать его и даже гонять. Поэтому, если вы не хотите лишних конфликтов между животными дома, старайтесь приобретать однополых представителей породы. Таковы основные особенности содержания меконгских бобтейлов. Эти кошки обладают крепким здоровьем и при надлежащем уходе способны прожить до 15-20 лет. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!